Всем привет, друзья! С вами канал Сельхоз Переделкин. Сегодня у нас 4 июня 2015 года. Вечер, точнее 8 часов вечера. Сегодня мы с вами немножко поработаем, а именно опрыскаем почти гектар тыквы гербицидом Тарга Супер. Они у нас получаются от многолетних и однолетних бурьянов. Сейчас мы нальем мы воды, примерно там 90 соток надо обрыскать, но воды мы будем лить литров 300 и на 2 литра яда. Вот, специально для вас еще не открывал даже канистру, сам не знаю, что у нас сейчас там, какого цвета, запаха, консистенции, какой она получится. Ну вот, даже не открывается, как должна открываться от крышки. Если б знал, взял бы нож. Поставил на паузу. Ну вот, под рукой нашлась кочерга, мы кочергой продолбали дырку. Ну, запах тут, конечно, неимоверно воняет. Нам надо 2 литра. Этого чудо растворчика и поменьше наливать во дворе, потому что будет вонять через месяц. В комментариях не пишите, надо перчатки одевать там, намордники и все такое. Это все понятно. Так, сейчас мы доточим воды. Так, ну это мы все снимать не будем. Доточку воды, встретимся уже с вами на поле. Ну вот, мы приехали на поле только что. Вот сегодня мы пробивали вот рядки вручную тыквенную. Ну вот видно так. А это междурядка, потому что проходили прополочным культиватором кореяном на 70, а не на 1,40 м. Ну а вот сегодня полные, вот оно, и амброзия. И капустка, щарыца, ну очень-очень много. Там дальше по полю, как ехать в ту сторону, там и герчак есть, как мы его называем, и дальше. Сейчас мы с вами разложим крылья, ну и продолжим. Такой у нас польский опрыскиватель 14-метровый. Вот при скорости 7,5 километров в час и давление четверочка. Расход воды будет от 200 до 250 литров на гектар. Это так, к справке.
Ну все, вот мы и закончили опрыскивание тыквы. Вот, как я говорил, здесь в этом краю герчак есть. Ну посмотрим, через несколько дней будет продолжение, как он сработает, этот тагра, супер это, как она сработает, и что тут умрет, что не умрет. Гарбузы, может, хоть останутся. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, не забывайте подписывайтесь на группу ВКонтакте и на канал в Ютубе. Всем пока, все будет окей.